Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. И у нас новая неделька, турнир закончился, и мы забираем свой приз. Да-да, это будет Рафаэль сегодня. Так, посмотрим, что нам выпадет. Так, 8400 сюриков, 40 ДНК на Рафаэля фильм, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Слушай, а это не означает ли, что сегодня мы кого-то можем перевести в платиновый? Да! И вы наверняка знаете, кто это будет, да? Ну, конечно же, это будет Усаги Йедзимбо. Как же без него-то? Я столько копил на него, столько ждал и наконец-то дождался. Но, по-моему, у нас проблема будет с мутагеном. Давай-ка посмотрим. Хотя тут мутаген-то нам и не нужен. Нам нужны сюрикены, а у нас их достаточно много, чтобы это сделать. Ну что же, друзья мои, поднимаем в ранге нашего Усаги. Фух! Вот это хорошая новость для меня. Так, уровень я поднять пока не могу. Хочу прокачать его до 80-го. Так, а вот что нам здесь не хватает? А не хватает нам совсем немножечко, да? 8 джойстиков. Ну что же, пойдемте искать. Правда, у нас очень мало телепортов. Вот что я тебе хочу сказать. Но, тем не менее, можно попытаться. Пройди серию испытаний. Ёлки-палки, а у меня еще 3 часа будет откат. Подожди-ка, секундочку, а по боевке у нас как? У меня, наверное, там тоже откаты. Ой, друзья, по-моему... А, нет, все откатилось. Просто я недавно, ну, буквально где-то часа 3 заходил в игру и хотел дойти до уровня мастер 2 звезды. Но, к сожалению, ничего не получилось. У меня всего лишь один откат. Как видите, потратил я последний сыр на поиски. Кстати, что у нас тут за испытания? Мания Майки и городская война тени на солнце. Ну что ж, неплохо, друзья. Так, осколки я, по-моему, тоже уже все нашел. Так что здесь даже заморачиваться не будем. Ну что, друзья, давайте возьмем в магазине колоду. И пойдем, наверное, с вами на арену. Будем сегодня бустовать. Так, Джастин, нормуль. Так, значит, ареночка, да, у нас турнирная. Поехали. Так, Ник, Лемон и Паул. Давай, наверное, начнем с Ника. Начнем именно с него. Так, секундочку. Так, секундочку. Раз, два, три. Погнали. Кожеголовый, Бибоп и Рокстеди. Ну, я больше чем уверен, что сегодня будет хороший буст, и мы с вами очень далеко продвинемся. Я уже просто это предвижу. Так, наказали одного. Майки, успокойся, пожалуйста, это бесполезно, что ты сейчас делаешь. Это тебе никак не поможет. Карайка бросает кунай, опять же, бесполезно все это дело. И мы добиваем Майки фильм. Ну, провокацию, я думаю, не стоит брать, будем просто бомбить. Все, один удар хвостом, и Карайка у нас погибло. Ну что же, мы с вами продвигаемся дальше и посмотрим, какие нам дальше попадутся оппоненты. Так, воин, 2 звезды сразу же, отлично. А ну-ка покажите, кто тут у нас есть. Так, Корвин, Симон и Панагиотис. Ничего себе, Панагиотис. Угу. Они абсолютно все одинаковые, поэтому нам без разницы, кого бомбить. Давай вот так вот начнем. Переходим в самый хвост нашей команды и выбираем Рокстеди, Донателло и Лео. Поехали. Вот такая у нас команда, да, получается. Ну что, я думаю, надо наказать вначале... А, муха. Муха-цикатуха. Ну-ка, да упадет она стопудово. Так, теперь массовая атака от Донателло. Самое удивительное, что он ни на кого не повесил... понижение меткости. Так, минус Стокман. Ну и я думаю, что Рокстеди сейчас тоже упадет. Смотри-ка, стоит на ногах. Недолго, правда. Ну что ж, друзья, мы продвигаемся с вами дальше. Я думаю, что сейчас, наверное, уже будет 3 звезды, да? Ранг воин, 3 звезды. Ну-ка. Ха-ха, так и есть. Это хорошо, 93-я позиция. Поехали дальше. Так, Суса... Кто? А, Сусанна, я думал Сусанин. Сусанна, Сергей и Зени. Ну, тогда возьмем Сусанну. Давайте, поехали, друзья. 25-й ранг, уже 25-й, ёлки-палки. Я только начал играть, уже 25-й. А у меня тут, не забывайте, 30-х уровней очень много.
Ну а что вы хотите? Буквально сколько? Наверное, полчаса назад, да? У нас с вами произошел откат, и поэтому все, конечно же, рванули сюда, в эту игру, чтобы так же, как и я, бустануться, чтобы подняться как можно выше. Ну что ж, давай, у нас тут Кирби, Рафаэль, Хан и Брэд. Я буду, наверное, валить в первую очередь. Да, давайте-ка начнем Кирби бомбить. Так, ну-ка, Шинигами не подведи. Подвела. Ну, Роквелл, хотя бы ты. Отлично, друзья, отлично. Так, у нас есть подхил. Давай-ка мы попробуем, наверное, убрать отсюда Хана. Опачки, опачки, вот это вот плохо, ребята. Это не есть гуд на самом деле. Так, у нас с вами два хила, да? То есть это Пит и Рафик. Конечно же, нам нужно убрать вначале Хана, это по-любаську. Да иди ты! Пит, ты серьезно, что ли? Слушай, ребята, я, наверное, рискую очень сильно. Так, у нас вот это что делает? Давит врага интеллектом. Заблокировать способности на один ход. Ну, в принципе, нам этого не нужно делать. Давай просто ударим. Так, теперь я предлагаю похиляться. Ну, отлично, отлично. Смотри, что делает, а. Да, а Рафаэль здесь жесткий на самом деле, друзья. Поэтому я просто хочу, чтобы... Ага, все, у него упали все бафы. Давайте-ка быстренько сейчас с вами добьем, наверное, Криса Брэдфорда. И уже надо брать в оборот нам Рафаэля. Ну-ка, пощечину. Вот так вот. Бомбани. Ах, не падает. Ну, враг практически на равных с нами. Поэтому, друзья мои, не удивляйтесь, почему у нас так долго идут бои. Долго и прекрасно. Вы представляете, что сейчас, наверное, будут уже 30 уровни. То есть на халяву не получится, да, сегодня пробиться. Ну-ка посмотрим. Смотри-ка, элита. Одна звезда. Слушай, мы прям 100 ступенек с вами пролетели. Хм, это неплохо. Так, что у нас тут? Петр. Опять Сусанна и Баян. Давай-ка я, наверное, возьму опять Сусанну. Я хочу просто с ней подраться. И, как видим, 25 уровень здесь максимальный. Это, с одной стороны, ребята, для меня хорошо, потому что я смогу своих слабых персонажей отыграть. Именно вот этих вот 30-х уровней. Знаешь, что опасно здесь? У него железноголовый есть с тремя золотыми звездами, а у меня нет таких ребятулек. Но у него 25 уровень. Ладно, я рискну. Я рискну все-таки. У нас есть прикольный персонаж здесь, да? А, он у меня не взят, ребята. Я думал, что у меня Лео из комиксов оригинал. Нет, к сожалению, нету. Ладно, тогда давай бомбочку бросим туда. Так, нам нужно избавиться в первую очередь от Леонардо. И, пожалуй, начнем. Воу, остается добить. Давай вот так вот, чтобы наверняка уже. Молодец, Донателло. Так, следующий у нас кто? По идее, нам здесь не нужен железноголовый. Поэтому будем применять с вами массовые атаки. Давай, Рафаэль. Шуга! О, как-то слабенько бомбанул-то. Так, парень, дело не годится. Так, сейчас смотри, смотри, как он сейчас будет. А, он взял провокацию на себя. Слушай, с одной стороны, это даже хорошо. Смотри, мы будем сейчас только его бомбить. И я думаю, что он быстро упадет здесь. Ты смотри-ка, а. Сопротивляется. Так, ну что же, и остаются Донателло и Крис Брэдфорд. Для нас это, друзья мои, просто семечки, согласитесь. Ну, правда, у меня эти герои тоже не прокачаны, поэтому немножко придется позаморачиваться. Изи. Ну что же, переходим с вами на следующий бой. Сегодня у нас серия будет чисто ареновская, да? А уже завтра или послезавтра мы с вами начнем проходить испытания. Ага, 19-я позиция, и погнали, друзья мои, в бой. Так, Вильям, Ник и Андреас. Нам либо Вильям собрать, либо Андреаса. И я думаю, что я возьму Андреаса, потому что здесь уровень все-таки поменьше. И к тому же еще не забывайте, бронза. 30-й, да, 30-й уровень, но бронза. Хорошо, давай посмотрим, что у меня в закромах. Так, Рафаэль, Бибопчик, Донателло, имбовый причем. И, слушай, я не буду рисковать, я возьму, наверное, на всякий случай Лео. 35-й уровень с функцией, ребята, провокации и уворота. Вот самое главное, что уворот у него есть. Ну и к тому же, что он 35-го уровня. То есть его так легко не пробить, но у него здесь Тимми есть. Ха. У него есть, друзья мои, Тимми. Так, погнали. Погнали. Жух. Ага. Погоди-ка, что-то мне это не нравится, друзья мои. Немножечко не так я хотел. Ладно, проверим, что дальше у нас будет. Сейчас вот я не хочу, чтобы он захилял. А ведь он отхиляет. Тогда мы с вами наверняка должны убрать отсюда Карайку.
Вот так вот, пускай хиляет. А, вот еще как. Слушай, я не вижу смысла сейчас делать массовую атаку, потому что в любом случае Донателло здесь никого не уложит, а на следующий ход Лео будет хиляться. Поэтому мы просто с вами ударим по Тимми. Почему именно по Тимми? Потому что он провокатор. Посмотрим сейчас. Ага, вот как он делает, да? Ты посмотри, я, честно говоря, думал, что Лео будет хилять, но он не стал. Вот он хитрый жук, а. Ай, друзья мои, ну что, мы, наверное, с вами будем врываться в экран, да? Вот таким вот способом. Брать на себя провока... А у ворот мы не взяли, к сожалению, да? Хорошо, давай тогда Тимми с вами попробуем поджалить. И, может быть, повесим постепенно урон. Отличненько. Но, опять же, не забывайте, что здесь есть Лео, который будет хилять. Сможем пробить, как думаешь? Нет. Теперь массовую атаку от Донателло. Да что ты будешь делать-то? Тихо, друзья мои. У нас опасная ситуация, потому что Донателло может упасть. Хотя, знаешь, что я тебе скажу? Если мы сейчас уничтожим Лео, а мы его уничтожим. Крис Брэдфорд. Так, друзья мои. Кто, интересно, быстрее сходит? Крис Брэдфорд или мой бибопчик, как думаешь, а? Хиляемся, конечно, хиляемся, друзья мои. Потому что очень опасно. У нас мало здоровья у Донателло. Ну, а теперь... вообще хорошечно. Два хила сработало, все, друзья мои. Крис Брэдфорд сейчас будет покойничком, да. Ну, а мы же, в свою очередь, с вами продвигаемся дальше. Вот согласитесь, да, когда бои на равных идут, они как-то интереснее. Тут приходится подумать. И мы с вами в элите, две звезды и 57-я позиция. Шикарненько. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Франциска, Аля и Александр, да? У нас выбор между Алей и Франциско. Я возьму Алю, знаете почему? Уровень поменьше. Тут уже 30-й есть, а тут пока его еще нету. В идеале, конечно, хотелось бы с Александром подраться, но мне нужно бустовать, понимаете, да? Мне нужны кубки, а кубков здесь больше. Поэтому поехали, друзья мои. 29 уровень, 3 персонажа 29 уровня, это опасно. Это опасно, друзья. Беру Рафаэля, Кейси возьму Джонсона. Возьму, наверное, сюда своих кроликов. Кроликов, да. И, скорее всего, возьму Острозуба сюда. Провокатор нам нужен. Так, провокатор нам нужен. Ну и возьмем кого-нибудь послабже. Это будет, например, у нас Донателло Космос. Я думаю, не пожалеем об этом выборе. Главное, чтобы у нас была хорошая инициатива. Особенно, естественно, на нашем Острозубе. Мы должны с вами взять и поставить провокацию. Тьш, лучом. Вау, ты посмотри. Смотрите, мы уклонение убрали. То есть теперь он не сможет уворачиваться. Так, ну что, я думаю, что нам нужно добить. Давайте его добьем в первую очередь. Просто ударом вот так вот. Ой. Вот тебе и недооценил я персонажа. Ёлки-ты-палки, друзья, это чревато. Кстати, я думал, что Майки фильм сейчас будет хиляться, но он почему-то этого не стал делать. Но не забывайте, что есть еще здесь и Рокстеди. Я его убрать, наверное, не смогу. Давай сразу же бомбанем по Бибопу, чтобы его 100% убрать с поля боя. А ну-ка, Донни, не подведи радость. Отлично. Так, ага, а вот у нас и провокация подоспела. Хе-хей, куда ты лезешь? Ну куда? Ну что ты, Донни, господи, у меня 40-й уровень здесь, ё-моё. Так, ну что ж, давай, наверное, у них тем более еще и атака понижена. Давай-ка мы уничтожим Майки фильм, потому что он мне не нужен здесь, он хиллер. Чтобы, как говорится, бой у нас этот быстрее прошел. Ну а теперь будем просто-напросто издеваться. Давай вот так вот, супер атакой. Худжа! Блин, Раф, ну почему ты так делаешь, а? Почему ты не можешь его пробить? Вот, Кейси Джо, другое дело. Так, ладно, давай просто бомбанем. Угу. И добивочный вот такой вот сделаем с вами. Плечом. Да, плечом в шипах мы просто бомбанули и победили. Ну что же, двигаемся с вами дальше. Я думаю, что сейчас мы перейдем в трехзвездочный ранг. Да, в элиту. Угу, так и есть. 77-я позиция, это уже хорошо, друзья. Это уже очень хорошо. У нас тут стресс, Костя и ноунейм. Смотрим. Значит, стресс, да? Или все-таки ноунейм? Интересная
Я возьму стресс, потому что здесь все-таки, смотрите, бронза есть, да? Но вот эти вот кролики опасные. Ладно, друзья мои, меня так просто нахрапом не возьмешь, поэтому будем с вами отбиваться как можем. Возьму сюда, пожалуй, Макмана. Возьму сюда Пиццелицева. Ага, Джастин. Слабое звено, друзья мои, этот Джастин у нас. Можем его потерять в легкую. Возьму Донателло фильм, да? Слушай, ну что же сделать-то нам? А как лучше сделать? Нужен хороший провокатор мне здесь. В принципе, Крип сойдет под это дело. И давай тогда возьмем сюда Джастина. Надеюсь, что он не упадет с первой атаки от кроликов, да? От массовой именно атаки. А все-таки выживет. Но опять же, все зависит от инициативы. Так, друзья мои, смотрим. Он ходит первым, а? Ну ты посмотри. Ну что, делаем, наверное, с вами провокацию, да? На Крипа. Вот так вот. И теперь Макман делает свою суператаку. Вот это уже другой совсем разговор. Так, друзья мои. Что он делает? Ага, бросает с куском экрана. Пока терпимо все. Бросаем массовую атаку. Так, Пиццелицы, почему ты слабенько как-то ударил? Я не знаю, почему. Кого нам надо убрать? Уберем вначале Донателло с поля боя, да? Потом, скорее всего, нам нужно убрать. Ага, вот он как делает. О, друзья мои, мне, конечно, хотелось бы сделать массовую атаку именно Джастином. Да, пожалуй, я и сделаю. Ну, отлично, все сработало хорошо. Нет, парень, я знаю, что ты не сможешь второй раз... А, ну там же он сходил, понятно, друзья, потому что у него контратака. Так, ну что ж, нам, по идее, нужно уничтожить кроликов. Попробуем? Ну-ка. Ага, постепенно урон. Ну, я не буду рисковать, я все-таки попробую добить его уже наверняка. Какое мимо! Ты что, давай плюшку бросим. Бамс! Отлично, Пиццелицы меня не подвел. Хоть когда-то. А вот Джастин, как всегда, мог. Но, слава богу, мы с вами победили, прорвались и продвигаемся с вами дальше. Так, седьмая позиция, то есть мы с вами скоро перейдем, да, на следующий этап в лиге. Так, кстати, друзья, я только сейчас увидел, что у нас на этой неделе разыгрывается слэш. Это, кстати, очень круто, потому что слэш мне тоже нужен. Ну что же, идем с вами в бой. Тут у нас Глеб, Узиэль и Константин. Они все абсолютно одинаковые по кубкам именно. Но как слабый по мне будет, наверное, все-таки Глеб. Потому что здесь очень много бронзовых персонажей, два. Да, вот с ним-то мы как раз и будем драться. Поехали. Поехали, будем сейчас с вами отыгрывать своих персонажей. Тут у нас как раз Саблезуб, Кейси Джонс, Бибоп, Кромсатель или Ксевер Монтус по-другому. И возьму-ка я сюда, да-да, нашего Крэнга. Кстати, вам тоже Крэнг зашел, я вот не знаю, друзья мои, если мы успеем до накопления следующих платиновых осколков, да, и Крэнга до фулл звезд прокачать, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь. В общем, следующий кандидат у меня бы, конечно, был бы Крэнг на прокачку, или же Супер Шреддер. Ну что, делаем массовую атаку. Такой зловредный, а, этот Крэнг. Бамс. Выстоял. Кто нам здесь не нужен? Нам, друзья, не нужен здесь Рафаэль. Почему он именно? Потому что он хиллер. Эй, слабые, друзья. Тихо, не надо блокировать. Ага, ничего не вышло у него. Ладушки, добиваем, наверное, все-таки Рафика МД с вами или нет? А если мы теперь бросим баллончик, а? Что вы на это скажете, ребятули? Вот, это совсем другой разговор. Так, Севермотес, давай-ка мы с тобой попробуем, наверное, убрать с поля боя либо Мунда Гекка, либо Криса. Давай, наверное, Криса попробуем. Хопс, отлично. Топотун, Макман. Тихо, вот этого мне не надо, друзья мои. Постепенный урон. Так, Мунда Гекка, иди-ка ты отсюда. У нас хила здесь нету, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хила нету. Нам нужно как можно быстрее уничтожить противника. А ну-ка. Отлично, остается Рокстеди. Рокстеди, да, у нас. Ну-ка, попробуем так вот. Тихо, не буянь. Слушай, наверняка мы должны подбить его шокером. Фух,
прям отпустило, друзья мои. Я уж думал, сейчас потеряем с вами саблезуба. Но нет, все, мы с вами выкрутились довольно неплохо. Двигаемся с вами дальше. Так, ну что же, мы с вами уже в самураях. 50-я позиция. Поехали. Поехали дальше. И тут у нас Наталья, Джозеф и Клоп. Клоп. Ну что ж, тогда возьмем Клопа. А куда деваться-то? Клоп-то Клоп сам напросился. Мал Клоп да вонючий, как говорится, да? Так, мутагеноид. Слабое звено, друзья. Мутагеноид. Рафаэль. А, Супер Шреддер. Так, я не пойду туда без хорошего провокатора. И Рокстеди, я думаю, мне в этом деле поможет. Кстати, до неведения тоже у нас провокатор. Об этом не стоит забывать. Вы мне практически в каждом видосике в комментариях оставляйте: Рей, Донателло, видение, провокатор. Не забывай об этом. Не забываю, друзья мои, не забываю. Так, ну что он? Иммунитет вешает, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем ты начинаешь так с массовых атак, парень? У меня нет хила здесь. Ну, Шреддер, конечно, может сам себя захилять. Но я думаю, что этого не будем делать с вами. Блин, ну что, попробуем с Донателло тогда начать. Тыч, ага. Так, встаем, наверное, мы с вами в провокацию. От греха подальше. Единственное, что вот действительно у нас нет с вами хила. Так, молот. Ну давай молот бросим. Бум. И не пробили. Ой, друзья мои, и не пробили. Блин, это я только Донателло уложил. Зашибись. Давай массовую атаку. Бумс. Хорошо. Я надеюсь, что Рокстеди все-таки выживет у меня. Хм, я на это очень сильно надеюсь. Макмен. Слушай, у этого очень хорошая атака. Давайте-ка, наверное, мы Лео с вами уберем. Попытаемся. Нет, не получилось. Ни шиша. А если так вот? Бомбани его. Плохо. Так, берем провокацию, друзья мои. Провокацию на Доне Видение, да? Добиваем Лео, скорее всего. Отлично. Так, в ладушки сыграть. С кем? Уничтожить нам, по идее, надо Макмана. Макмана. Хорошо, давай попробуем. Бамс. Так, защиту понизили. Он бросает бомбочку, да, для нас. Массовая атака. Ай-яй-яй, друзья мои, опасно, опасно. Оу, еще хиляться нам нельзя. Так, слушай, ты меня достал уже, Макман. Давай мы тебя уберем отсюда. Вот так вот. Теперь, наверное, будем брать. Слушай, у Шреддера. Блин, ну по нему пониженная атака идет. Все, давай тогда будем Майки, наверное, уничтожать. Успеем, интересно, как думаешь? А нам нужно успеть. Отлично, так, и эй, Шреддер. Давай вот так вот сделаем. Кислоту пульнем в него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, он хиляется. Он хиляется, друзья мои. Вот он лузер-то какой, а. Ну, лузер ты, Шреддер, конечно. Эй, мы еще его... Тихо ты. Мы еще его и замедлили. То есть он полностью, ребята, наш. Должен быть наш. Сейчас мы с вами попробуем его добить. Ай-яй-яй. Ну, Рафик, твой выход. Как истинный, да, такой боец. Он же все время злится на этого Шреддера. Ну, он его, как говорится, забомбил. Отомстил ему. Так, ну что же, а мы с вами продолжаем, конечно же. И самурай, две звездочки в кармане у нас. Поехали, друзья. Кстати, у нас 104 монеты, значит, что мы с вами сможем купить сегодня... сколько там? 10? Да, 10 золотых осколков. Дарио, Марта, Ильяс. Ничего себе, Ильяс. Это-то имя. Так, смотрим, друзья мои, у нас тут либо Марта, да, либо Ильяс. И я выбираю Марту. Да, именно ее. В общем, смотрите, 41 уровень здесь максимальный, да? Поэтому мы с вами... Оу, а у нас 45-й, шикарненько. Значит, так понимаю, это дело будет выиграно. Хм, Погоди-ка, секундочку. Я возьму Тимми и возьму... Блин, я очень сильно рискую. Они, да, я не спорю, друзья, 45 уровня, но они не прокачанные, то есть они слабы по атакам именно. Ну, Тимми еще более-менее куда-то годится, остальные вроде бы все ватные. Ну, тем не менее, будем драться. Хм. Давай, наверное, усилим свою команду по атаке. Майки это дело. Так, теперь мы вызываем наших дурачков Рокстеди и Бибопа из другого измерения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо уничтожить в первую очередь Кирби. А знаешь, почему Кирби? Иначе будет жесткий отхил. Ну-ка,
Пропиши ему. Вот так вот. Хотя можно было бы взять провокацию, но я уже не стал рисковать. Так, тут уже Рафаэлечка нужно убирать. Тыдыч. Да ладно, хороший вот этот сильный удар, друзья мои. Вот я его всегда боюсь. Да ладно, успокойтесь уже. Все, теперь, по-моему, нам надо будет провокацию брать как можно быстрее. Давай, 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 бросай свою штуку эту в него. Хорош уже любоваться. И да. Донни, Донни. Ну давай так вот сделаем, друзья мои. А чё, чё мы теряем? Ничего. Пиу, Донни отдуплился. Теперь немного пробафаемся. Пробафались. И провокация на Тиме. Все, теперь я, как говорится, спокоен. Никто ничего здесь теперь не сделает моему маленькому Майке. Слэш, отомсти. Ты дич. Эй-эй-эй-эй-эй. Да хорош ты. Лео, успокойся. Это тебе уже не поможет. Ну что ж, продвигаемся с вами дальше. Очень неплохо с вами идем, согласитесь. И посмотрим, куда мы с вами переместимся. Сороковая позиция. Очень даже неплохо. Габриэль. Так, Ален. Габриэль, Ален. Ну что ж, тут выбор очевиден. Будем брать Габриэла. И уже 45-й уровень здесь. Ага, 45-й. Раз, два. Раз, два. Погоди-ка секунду. Я беру Рокзара, предположим, да? Беру Кирби. И Кунаичи, что ли, взять? Ну, давайте возьму Кунаичи. Она тоже должна отыграть. Потом уже пойдут у нас золотые ребятульки, да? То есть Кунаичи последняя из серебра, которая у меня здесь осталась. Поехали в бой. Сейчас быстренько здесь распишем. У нас с вами два хода буквально, да. Пока у нас Рокзар будет стоять в провокации, чтобы накрыть. Зачем он это делает, я не понимаю. Ну, в первую очередь, конечно же, нужно уничтожать нам Леонардо. Получится, не получится, я не знаю, друзья. Будем смотреть. Шух. Слушай, такими темпами, скорее всего, может получиться. Так, меткость понижена. Все равно нужно Лео уничтожать, чтобы он не успел отхилять. Ай-яй-яй. Нет, он успевает. Он успевает. Но зато он потратил теперь хил свой. Эти, естественно, тоже бьют в пустоту, потому что им не пробить моего Рокзарчика. Ну, теперь можно Лео не трогать. Давай уже начнем уничтожать оставшихся тут противников. Так, ну-ка, поджарь-ка их до хрустящей корочки. Постепенно урон не повесил, к сожалению, да? Хиляться нам пока нет смысла. Давай просто бомбанем. Отлично. Так-так-так-так. Донни, давай Донни уничтожим. Теперь Леонардо, наверное, да? Так, он еще красавца. У него очень сильные атаки. Да, ребята, мы здесь с вами выиграли. То есть я уложился как раз в эти два хода, пока Рокзар был в провокации. Ну, а мы с вами Самурай 3 звезды. То есть вы хотите сказать, что мы сегодня попадем в Сёгун? Может быть, даже 2 звезды? Хотелось бы, конечно. Ну что же, в бой так в бой. Д. Михаил и Дана. То есть абсолютно все одинаковые, да? Я беру тогда Михаила. Почему? Потому что у него маленький уровень. 43-й всего лишь. 43-й, ну тут есть 45-й Донателло, но это мне дает преимущество отыграть, опять же, моих слабых персонажей. Но, опять же, повторюсь, я сюда не пойду без прикрытия. Вот, я возьму сюда, пожалуй, Железноголового, и с ним мне уже ничего не страшно, потому что я могу взять любого. Даже того же самого Леонардо. Вот так вот я пойду. 43-й уровень, да, 45-й даже есть против нас. Надеюсь, нам здесь повезет с вами. Ай, Алапекс, Алапекс. У нее, кстати, двойная атака. Значит, нам стоит бить просто так. Обычными атаками. Поехали. Так. Ага, шикарненько. Ага, и все, по-моему, все сейчас упадут, друзья. Железноголовый дождался своего выхода, и он триумфально, так скажем, победил всех. Ну, а мы с вами продолжаем. Черт подери, я думал, в Сёгун попадем. Нет еще пока. Ладно, я никуда не спешу. Камил, Ван и Андрей. Камил, Ван и Андрей. То есть у нас с вами выбор ложится именно на Вана.
Ну да, а что делать-то? Возьму сюда Бакстера Стокмана. Угу. И вот так вот. А я рискую. Очень сильно причем. Тогда давай сделаем немножко иначе. Возьму я сюда, пожалуй-ка. Да. Именно Паукуса. Паукус, вы помните прекрасно, у него есть массовая атака, так же, как, в принципе, и у Бакстера Стокмана, но, по-моему, у Паукуса инициатива будет, да, именно побыстрее. Поехали. Ты-тич. Ай-яй-яй. Нежданчик. Смотрим, друзья мои, что дальше у нас будет происходить. Все, им крышка. Поехали, маузеры. Ты-тич. Редком так упали все. Ну что же, мы продвигаемся с вами дальше и теперь уже будем в Сёгунах. Сёгун, одна звезда. Поприветствуйте. И 98-я позиция. Ясно все. У нас, кстати, все меньше, меньше, меньше становится персонажей. Франциска, Кауя и Вячеслав. Ну, я думаю, тут выбор очевиден, да? Возьмем мы с вами, наверное, вот Кауя. Поехали. Берем Зека. Берем с вами Зека. Так, Шреддер, Хан, Морозильная кошка. Ха. Ну и Ванюша, Ванька-стиранка. Да, я думаю, что вот этой командой мы с вами здесь сможем разрулить эту ситуацию. Или же сдуемся. Ну-ка, бомбочка от Зека. Ой-ой-ой, как хорошечно-то, друзья мои, как хорошечно. Муху, естественно, убираем с поля боя. Она нам здесь не нужна. И бросаем. Да, давайте массовую атаку от нашего Шреддера. Тыт. Я, честно говоря, думал, что кто-нибудь да упадет еще. Так, Мондагека, отправляйся. Опа-на, отправляйся. Так, Ванюша, ну-ка, всех ложи. Такие глаза у него, когда он стреляет. Просто из орбит вылазит. Ну что, друзья, все хорошо у нас получилось. Мы с вами здесь никого не потеряли и продвигаемся дальше. 56-я позиция. Мне это уже нравится. Так, Андрей, Дим и Денис. То есть, либо Дима, либо Дениса брали, да? Хм. Ну что ж, давай Дениса возьмем тогда. 60, 61, 61. Это уровень, я имею в виду. И давай, наверное. Что-то как-то... Ладно, фиг с ним. Рискну, я рискую. Я рискую. Я хочу сегодня не потерять никого, но как я только это говорю, друзья мои, я сразу кого-то потеряю. Будем пытаться стараться. Ой-ой-ой-ой. Так, ну-ка. Крик души от змеи Карай. И... Пу-пу-пу-пум. Ну, нам, конечно же, нужно добить Мондагека. Пошел отсюда, отлично. Так, Бакстер Стокман нам тоже не нужен. Я вот не знаю, сейчас вот посмотрим, крысиный король поможет мне или, как всегда, ватно сыграет. Как всегда, он сыграл ватно. Ну что же, нейтрализатор, давай, делай свое дело. Вот так вот. Исправляет, так сказать, ошибки за крысиным королем, у которого массовая атака практически бесполезная. Наверное, из-за того, что не прокачанная. Ну что же, а мы с вами... Ой-ой-ой-ой, я думал, что мы попадем в Сёгун 2 звезды, но не тут-то было. Хорошо. Так, Михаил... Че это? Майкл, елки-палки. Майкл, Алексей и Олег. Ну давай, давай с Лехой сыграем. А че, почему бы и нет? С тезкой, так сказать. Я беру нашего Шархана, я беру Бакстера Муху. И у нас остаются с вами Змейка Вьюн, Армагуша и Донателло. Ну и, как вы понимаете, следующий бой будет последним, потому что у нас закончатся с вами бойцы. Ну что же, естественно, массовая атака от Армагоши. Уху! Двоих просто ветром сдуло и добиваем, конечно же, всех Змейка Вьюном. Ну, тут уже, конечно же, все легко, потому что враг слабенький, да, а у нас с вами остаются имбовые персонажи. И... Да. Сёгун, 2 звезды. Добро пожаловать. Ну что же, последний, заключительный бой. Беру самого жирного, самого сильного здесь. Это у нас, скорее всего, Владимир, получается, да? Угу, именно он. И всего лишь 4 персонажа. Но зато каких 4? Просто красота.
Опс, тихо, 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 друзья. Как раз все, все отыгрываются. Ты представляешь, у нас с вами тютелька в тютельку. Прям вот, ай, хорошечно-то как, смотри. Всех отыграли, абсолютно всех. Мне это нравится, вот когда вот так все происходит. Когда нет излишков или наоборот недостачи, да. Все шикарно, ну, сами понимаете, что здесь одной вертушки отля... А, ну да, 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 как всегда. Вот почему-то у Майки инициатива круче, чем у Лео. Даже несмотря на то, что он по уровню слабже. В плане, Усаги, ты теперь у нас фаворит Усаги становится. Раньше, помните, да, Леонардо практически всегда делал ход после Майки. А теперь Усаги, он просто всех переплюнул. Ну давай, позволю тебе, наверное, добить. Хотя, наверное, слабоват ты будешь по атаке. Тебе бы еще один уровень поднять, и было бы хорошо. Да, но зато у него атака массовая. Если не добивает, так вешает постепенный урон. А Лео, конечно же, бьет стопроцентно. Прямо в лоб. Смертельной атакой своей. Да, друзья, то есть Усаги шикарен. То есть, если мы идем, например, на какого-нибудь босса, да, у которого очень много поддержки, делаем массовую атаку, и есть вероятность повесить постепенный урон. Это же хорошо. Это очень хорошо. Ну что ж, друзья мои, вот и закончилась у нас сегодняшняя аренушка. Мы с вами в Сёгуне 2 звезды, 40-я позиция. Я считаю, что это неплохо. Быстренько пробежимся по магазину. Так, давай-ка посмотрим. Ну, здесь нам абсолютно ничего не нужно. А вот здесь... А вот здесь нужно. Здесь мы с вами приобретаем именно 10 золотых осколков. Да, именно так все и будет. Так, что же мы еще с вами не сделали? Так, посмотрим по жетонам. 435 жетончика, да? А мне нужно... Сколько мне нужно? Ой-ой-ой, смотри-ка. Хе-хей. Еще чуть-чуть. И у нас... У нас откроются вот эти вот персонажи. То есть мне не хватает вот этих трех персонажей до фулочки. Друзья мои, до фулочки. То есть это будут все-все герои, которые есть в этой игре. Вот они. Понимаете? Это говорит о чем? Что дальше мы с вами просто будем поднимать им ранг и прокачивать уровень. Так, что у нас тут? Подожди-ка. У Саблезуба, ага, есть ДНК лишнее, да? Также и у Макмана. Кстати, знаете, что мы сегодня с вами забыли сделать? Поискать кое-что для нашего Усаги. Кое-что — это 8 джоев, да? 8 джоев. Ну что, начнем, наверное... Ну, давай здесь, фиг с ним, так уж и быть. Один есть. Это хорошо. Давай второй. Второй дай мне, пожалуйста. Ага. Как бы не так. Жулики не дают. Телепорт у нас кончается. Вот что меня напрягает очень сильно. Очень сильно. Геймпад выпадает вместо джоя. Ага, вот джой. Отлично, шикарно. Опять геймпад. Ага, мутаген. Ну давай, давай, ну не скупись. Опять мутаген. И мутаген. Друзья, я больше не буду искать, потому что мы с вами сейчас просто растратим. И мне не получится сделать потом уже задание. Вот так и хотел, чтобы я вот это вот, да, поменял. За честь, нет, не буду я менять. Нам остается всего лишь 6 джоев найти и все. И, кстати, я могу повысить ему уровень. Но я этого делать не буду, естественно, потому что у меня в следующей серии, ну, сами знаете, да, по спецзаданию. Так, не откатилось еще? Нет. По спецзаданию нужно будет поднять кому-нибудь уровень. Если я сейчас просто подниму, да, Усаги, потом придется копить мутаген, чтобы левелапнуть кого-нибудь. Ну что ж, друзья, на этой ноте будем закругляться, да? Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. А буквально, наверное, до завтра. Так что всем удачи и до скорого.